Пять признаков того, что вы гений. Первое. Вы ложитесь поздно спать. Второе. Вы очень ленивы. Третье. Вы очень любите животных. Четвертое. У вас серые или карие глаза. Пятое. Вы сомневаетесь в том, что вы гений. Почему опасно спать на животе? Это может вызвать преждевременные морщины и отеки. Происходит нагрузка на сердце и позвоночник. Также, поворачивая голову, ты нарушаешь подачу крови к мозгу. Тест на интуицию. В каком мешке деньги? Если ты угадал, то подпишись, поставь лайк и напиши об этом в комментариях. Это самая строгая школа в мире. Детям запрещено говорить не только во время уроков, но и на переменах, когда они строем переходят из класса в класс. В школьных туалетах нет зеркал, и девочки ни в коем случае не должны краситься. Наказания и выговоры следуют за малейшие провинности. За минутное опоздание на урок, за отказ слушаться учителя и даже за забытую ручку. Мобильники там и естественно запрещены, а если тебя с ними заметят, то тебе придется задержаться на 5 часов после школы. Что будет, если есть много сахара? Ты можешь стать полным и набрать лишний вес. У тебя могут появиться прыщи. Ты будешь зависеть от сахара, твое настроение будет резко меняться. Ты будешь грустить. Тебе не захочется заниматься спортом. Ты станешь меньше учиться. Во сколько лет ты узнал, что рисунок на туалетной бумаге нужен для лучшего сцепления, для того, чтобы лучше вытирать грязь? Огонь никогда не отбрасывает тени. А эта вещь называется пипидастер. А эти заклепки нужны для лучшей прочности джинс. Потому что джинсы в прошлом были одеждой рабочих, и они часто рвались от больших весов. Поэтому туда поставили заклепки.